Михайловске совершено дерзкое вооруженное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники пытались похитить всю выручку, однако это им не удалось. Свердловские полицейские их взяли с поличным. В ходе обыска у задержанных изъят обрез охотничьего гладкоствольного ружья, а также вещество, предположительно курительная смесь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Банда из трех налетчиков ворвалась в служебное помещение СЗС рано утром. Угрожая ножом женщине-оператору, они попытались очистить кассу. Но злоумышленники на протяжении суток находились под пристальным контролем сыщиков. Полицейским не составило особого труда их задержать. Все подозреваемые – местные жители. Они и раньше находились на учете полицейских, как лица, склонные к совершению особо тяжких преступлений. Сейчас все находятся в изоляторе.